कोचि सूर्या समा प्रभा कोचि सूर्या समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे В первой серии доходим до сету банхасаны и начала второй до капатасаны. И потом закрывающий круг. Сурьянамаскара, падамуштасана, падахастасана, утхита трикунасана, утхита паршваканасана, прасарита падатанасана, паршватанасана. Падам Муштхасана, Адхабадха Падматанасана, Уткатасана, Вирабхадрасана, Пасчиматанасана, Пурватанасана, Адхабадха Падма Пасчиматанасана, Хаекапада Пасчиматанасана, Джанушасана, Маричасана, Навасана, Упидасана, Курмасана, Сутта Курмасана, Гардха Пиндасана, Кукутасана, Бадха Конасана, Упавишта Конасана, Супта Конасана, Супта Падангуштхасана, Упхай Падангуштхасана, Уртхва Мукха Пасчиматанасана,
Сету Панхасана. Вторая серия. Пашасана. Краучасана. Шалабхасана. Бхикасана. Тханурасана. Паршва Тханурасана. Уштрасана. Лабху Ваджрасана. Капатасана. Ну и следующее. Супта Ваджрасана. Окей. Перевернутый блок. Саламба Сарвангасана. Аласана. Карна Пидасана. Уртхва Падмасана, а потом Пиндасана, Матья Асана, Утана Падасана, Чакрасана, Ширшасана, Бадха Падмасана, Йога Мудра, Падмасана, Будхи, как сегодня в этот класс пошел? Класс вытек. Лето? Самое прекрасное время для практики. Лето? Лето? Да зима. Зима тоже прекрасная. Ну, есть периоды сезона, когда практика течет легче. Конечно, она и зимой имеет место быть. Но вы же понимаете, что зима мышцы сковывает, как ни крути, да. И приходится больше просто вкладываться, чтобы этот тапос, который происходит летом, быстрее, тяжелее нарабатывается зимой. Так вы не потеете. Здесь еще учитывая наше пространство, да, оно большое, его надо больше согреть. Зимой. Зимой. Надо дышать, да. Глубже. Дышать глубже надо всегда, из-за этого естественным образом появляется пот. Да. Поэтому вопрос в том, сезон. Сезон, летний сезон, он просто дает возможности прогрызнуть очень быстро. Я не написал так, но у меня было желание написать вот об этом сезоне. Есть в аюрведе сезоны. Они не совсем совпадают с летом сезоном, да? У них там еще летом есть несколько сезонов. Вот. И сейчас вот этот вот сезон, который был, не помню точно, как он называется, они тоже все называются, вот один закончился как раз тогда, когда закончилась жара. И вот этот жара сезон был, он был мега прям мощный, кто его прям выдержал весь. Я думаю, что очень большой получили такой вот заряд энергии, ну и практики, прогресс. Потому что в этот период просто по максимуму можно было схватить то, что за долгий период можно не схватить. Выдержал, как понять? Ну, в плане ни откатов не было, да, то есть практика стабильная. Когда был такой сезон? Вот только что. Когда жара была.
30-37. Такого вообще не было никогда. Я не знаю, кто-нибудь помнит 37? Да помню, было, каждое лето такое. 37? Ну, практически не было. В прошлом году тоже жарко. 37 было. Это такой длинный период. Нет, такого не было. Так я и говорю про это, что я лично не помню. Нет, такого не было. Чтобы я лежал и потел на кровати его дома, засыпая. Ночью. Это же вообще... Только в Индии такое. И то надо еще попасть. Я через 2 недели жары понял, что у меня кондиционер дома есть, и он работает. А, да. Ты видишь? А я так и не кричал. Я так и не купил. Я уже под конец тоже думаю, а что я не купил вентилятор или какой-нибудь кондиционер? То есть можно было бы как-то его облегчить, учесть. У меня он стоял, я думал, что он не работает. Ну, на стенке. А, да. Я его не включал. Не было необходимости никогда не пользоваться. Или он работал? Ну, в общем, суть в том, что... Просто летом, вот сейчас лето еще не закончилось, да, и его надо по максимуму прокачивать. Употреблять. Конечно. В нашем случае это практика йоги, вот, и она должна... Она вообще, кстати, должна быть стабильной, но летом просто вам не надо никуда ездить. Почему люди ездят, они ездят отдыхать? Потому что там жарко. А здесь не надо никуда ехать, здесь надо просто пахать. И все, и вы получите тот же выхлоп от практики. Вот. Это очень важно. Потому что аштанга-йога, она в целом в этом-то и замешана. Именно на разогреве. Да? То есть, если у вас способствует уже пространство это, вы сейчас поговорите сколько хотите. Вот, то вам не надо дополнительно ничего делать. Потому что некоторые ставят себе там воздушно-капельные фильтры, ну я имею в виду эти, понимаешь, да, что я говорю? Вот, еще какие-то, чтобы просто создать себе эту атмосферу. А зачем ее создавать, когда она есть? Натурально. Просто мы об этом мало задумываемся, о том, как природа нам помогает. Ну, я имею в виду практикующих именно аштангу-йогу в данном случае, да. И вот эти нюансы, на них надо просто внимание обращать. Тогда мы получим просто максимум от практики выхлоп. Вот. И это надо учитывать. Не зря есть всякие фазы, да, там, луны и все остальное. Это можно, в принципе, ничего не учитывать, но я думаю, что у каждого есть какой-то опыт, да, там, когда убывающая луна, возрастающая, как практика начинает либо ухудшаться чуть-чуть, ну, просто тяжелее становится, да, либо наоборот, вау. А почему мы не учитываем? Все учитываем. Это надо следить. Мы учитываем все равно. Почему? Просто это надо отслеживать индивидуально, вот как на тебя влияет. Я сейчас про то, как влияет окружающая природа на нашу практику. То есть либо мы просто неосознанно бум-бум-бум-бум, либо мы начинаем изучать, а что нам может помочь в практике. А у Шарата есть в Экадыше занятия? Нет, Экадыши и Луна – это разные вещи. Да. Так. Луна есть занятия? Нет. Жур, объясни, что такое Экадыш. Экадыши – это посты, который происходит пост, по-русски. Пост, да. А луна... Экадыши просто не завязаны? Они завязаны, но не всегда. Там есть просто экадыши, потому что какой-то там махарадж родился. Ну, к примеру, какой-то святой, да, и сегодня в этот день все постятся. Потому что... Или уход его там. Его уход какого-нибудь там. У каждого, если вы обратите внимание, вот есть основные... религиозные течения, да, там мусульмане, христиане, ну, индуизм весь, да, там, ну, со всеми там богами, да. Mm-hmm. Что еще есть? Ну, три, да? Что еще есть? Что-то еще есть? Есть. Зороастризм и все остальное. Вот. И у них есть, у каждого есть свои посты, да? Но они же не всегда сочетаются. Там Байрам. Нет, мусульман свой пост. Ну, да. Они перекликаются, конечно, потому что они все равно связаны с Луной. Если взять и астрологию, да, то они тебе скажут, потому что там... Да, не поможет, да. Это все завязано, я и говорю. Но у них есть свои какие-то все равно точки, да, которых там
кто-то кого-то завоевал там. Ну, к примеру, да, и в этот день они отмечают, и все постятся, потому что там ждут восхода звезды какой-нибудь. Ну, к примеру, понимаете? Да. Целую ночь едят коня. Мясо. Ну и так далее. Вот. Поэтому и кадыши, эти посты, они не связаны, они, ну, как бы завязаны, но не всегда. Поэтому есть конкретно полнолуние и новолуние. То есть оно вот оно есть, понимаешь? Вот оно. Полная луна и поехал. Два раза в месяц. Да, два раза в месяц. Да, два раза в месяц. На эту тему у нас есть, я же скидывал в этот в чат. Там Джон Скотт фазы луны разбирает целых полтора часа с переводом, можно посмотреть. Когда это действует? А? Когда скидывал? Давно? Нет, не давно. Я видел, я возвращаюсь к тому, что если мы изучаем эти законы природы, что естественно для вообще для человека, который вообще как бы считает себя homo sapiens, да, человеком разумным, то соприкасаясь с этими законами и живя, так сказать, как очень принято говорить, живя в ногу с временем, да, с этой природой, то мы получаем от нее благо, понимаете? Если мы рубим все, то есть мы хотим, как мы хотим, да, то тогда мы не вписываемся, понимаете, не в эти законы, естественно, не... Что такое законы? Законы – это вот все, что вот там вот творится. Мы не можем поменять день и ночь, вот он есть и все. А мы не хотим, например, мы считаем, что мы жаворонки, либо там воробушки, либо какие-то птички, еще что-то, понимаешь? Потому что нам так, вот мы такие, да, но ночь есть ночь. Если ты не будешь просто вписываться в это, да, ты будешь считать себя там каким-то особенным, то ты просто не будешь, ты будешь болеть, и все, просто на уровне болеть, не болеть, да? Ну, есть люди, кстати, которые нормально себя чувствуют, когда они спят всю ночь и потом... Пищеварение? Спят весь день. Можно разобрать эту тему. Нет, они могут жить, но они не получают все равно блага полного. Они могут жить, но у них пищеварение, например, если мы берем, опять же, на уровне здоровья. Оно может быть перестраивается со временем? Как и так? Нет, такого не может быть. Человек есть человек. Он живет под законами этой природы, понимаешь? Он родился на этой планете. Все родились на этой планете. На нас, на всех действует гравитация. Действует или тоже на кого-то не действует, на кого-то действует. Кто-то летает. Такого не может быть. Это и есть законы природы, понимаете? Если мы хотим их под себя подчинить, то это уже такое настроение, как бы... Это получается, они, значит, не чувствуют свои... Первое, они могут не чувствовать. Второе, они считают, что они особенные, какие-то люди, да, ну вот, например, там жаворонки, да, то есть я такой, и мне надо спать полдня, понимаешь? Но его же не спросит природа, типа, давай, она не скажет, я тебе подвину еще там 5 часов, 6 часов, чтобы у тебя все там не будет перевариваться, еда. Понимаешь, он проснется в 12 часов дня, к примеру, да, и начнет завтракать, а в это время солнце стоит уже в зените, понимаешь? И огонь пищеварения у человека уже по максимуму. То есть, что это такое? Это значит, что в этот период обед, он самый тяжелый, из многих блюд состоит, да, самых тяжелых, да, там, хлеб, зерновые, бобовые, да. Почему едят в обед? Потому что все переваривается. И этот период, он идет примерно там 2-3 часа. Почему с 12 там до 3? Вот он, этот период. А он проснулся, он начинает там завтракать, да, потом вечером начинает кушать обед. А солнца уже нету, пищеварение уже не работает. Угу. А он ест, потому что ему так надо, и он такой. Все, а это уже газы, колики, и поехали. Я сейчас на уровне здоровья, можно еще говорить на уровне психики и астральных вещей. Есть еще такая штука, как наблюдатель. Наблюдатель. Если ты на это обращаешь внимание, это есть. Если ты на это внимание не обращаешь, да, то это... Да, это NLP, пожалуйста. То есть все, что мы себе создаем, вот мы что-то видим, да?
мы с кем-то общаемся, и это для человека есть истина, понимаешь? То есть мы себе создали некий образ мира, восприятия, и мы в нем живем. Все. Пока не пришел дядя Вася и сказал, а это не так. Я был там, да, там, я сам видел, там, я ездил в Африку, да, я видел, что там есть ребята с копьями. Есть негры. Да, и они есть, понимаешь? И тогда у него, опа. Ну это для головы, а организм то на этой глубине включится. Еще как? Желудок и прочее, прочая система. Ну, вот это вот уже хороший вопрос. Потому что... Это про огонь еще варить. Мы только что с этого и начали. Мы только что с этого и начали. Мы с этого и начали. Что если мы создаем себе образы какие-то, да, какие хотим, мы их можем создать себе. Но есть тело, живущее под законами этой природы, да, которое не обманешь, которое вот оно есть, оно тебе все покажет, как ты себе придумал. Биоритмы. Есть стихии. Что еще есть в этой природе? Все твои НЛП покажут, да? Да. Огонь. Есть ночь, есть день, есть... дождь, есть солнце. Если мы хотим это все под себя поджать и использовать это, то тогда это уже такое, ну как бы, тебе потом природа все равно все покажет. Я думаю, что здесь... С этим воевать, ну как бы, сложно очень. Важно отношение ко всему, что ты хочешь получать. Это даже, как правильно сказать, твое мировосприятие. Если ты воспринимаешь мир как получение блага, чтобы улучшить там еще прочее, это одно, то информация, которая тебе приходит, ты ее адаптируешь, и она тебе несет благо. А если у тебя восприятие такое, что проблема, то, что тебе приходит, оно начинает все мешать, и ты совсем начинаешь бороться, приспосабливаться. Это вопрос восприятия, потому что если, ну скажем так, по моему мнению, гармонично, то ты воспринимаешь все как ништяк. Да. Все, что бы ни происходило, зашло солнце, это самое лучшее время, вот именно сейчас, что оно заходит солнце. Наступила ночь, это самое лучшее время, что сейчас наступила ночь. Вот сейчас я поел, это самое лучшее время, что я сейчас поел. Сейчас я делаю это самое лучшее, то, что может быть, это вообще так совпало, это самое идеальное. Другой момент, когда человек приходит, ему информация, он говорит, есть луна. Он такой, луна вообще, теперь вот в это заниматься нельзя. И это тут тяготит, и вот здесь она прилив пришел, и тут не поесть, а я хочу есть. И блин, мне нужно сейчас поголодать. Это получается все проблема. Здесь вопрос, два момента. Первое, это насколько у нас развито сознание. То есть мы можем принимать только те вещи, вообще принимать все, что приходит, насколько у нас мозг развит. Это первое. И как раз йога, она в целом к этому ведет. То есть она ведет к тому, чтобы человек стал гармоничным. Он наладил связь с самим, первое, наладил связь с кем? С самим собой. С природой, это значит с самим собой. Понимаете? То есть, если у него связь есть с самим собой, то у него с окружающей природой тоже естественным образом восстанавливается связь. Лев, а как же вот, допустим, как я решил, а если он выходит на солнце и начинает, допустим, потеть, да? Да. Как вот с этим быть? Физиология в любом случае, понимаешь? Нет. Физиология, она в любом случае, но твое восприятие и отношение, и обстоятельства, и мироощущение, оно напрямую с этим всем связано. Потому что если оно у тебя... Извини, или на мороз ты вышел, и тебе холодно, реально холодно. И ну, ты как ты это воспринимаешь? Это вот это ДДД, это стечение обстоятельств, которые ты формируешь в себе. Но если, например, быть внимательным, то можно
показывает, что это стечение обстоятельств, оно напрямую твое. Потому что, например, вот есть человек, который мороз бедный в холодную воду и погружается там на полчаса под воду, не дышит, и он это спокойно переносит. Вот есть простой пример. Есть, например, человек Куликов. Очень интересно, у него именно практика дыхания. И он поднимается в гору в шортах, босиком, в снег, со всеми. У него куча последователей, которые точно так же с ним ходят. И он там в 15-градусный, 20-градусный мороз, он его переносит, вот просто раздеть. У нас есть такой тоже был, ну, в России много таких людей. Один из медийных, это Иван какой-то, вот, ну, здесь вот у Тимирязевского жил. Вот. И это пространство показывает, что это реальность. Только ты воспринимаешь это в таких обстоятельствах, где холодно, есть. Это все мировосприятие. Илья, давайте 5 минут. Вот я скажу, у меня сегодня в практике был инсайт перевернутый в роллоте. Когда вот, ты стоишь, и нужно, чтобы тянуться вверх и держать, и это баланс, и я думаю, меня держит. Ну вот, как будто вот я подвешен, и меня держит. Сначала кто-то меня держит, это кто-то там что-то такое держит, а потом думаю, меня держат мои мышцы. То есть я возвращаюсь в себя, я не куда-то выхожу из них, а меня держат мои мышцы. То есть мне помогает мое тело держать. То есть я как бы сознание опосредовано немножко, а тело, вот, вот она помощь. Вот мышцы, они все включаются, держат, помогают мне. Поднимают и прочее, и мне комфортно это все, они мои помощники. Мой помощник – это вот моя мышца, мой друг, соратник и брат. Это держит Акаша, Вселенная, не твои мышцы. Это мировосприятие, оно твое. Я вот сейчас поймал себя, для себя открыл то, что Вселенная, да, это вот я, моя Вселенная, мои мышцы. Кровь по мне течет, это давление, все прочее. Это моя вселенная, которая мне помогает, меня держит, поднимает, несет меня. Делает то, что мне нужно, для максимального комфорта. Я обращаюсь к ней, чувствую ее и с благодарностью, что она мне это делает. Мышцы меня держат. Я. Это вселенная. То же самое. Все об одном, но разные меры восприятия. Это, да, это в ее и описано. Есть макро и микрокосмос. И как раз микрокосмос – это есть человек. Самость. Да, это Вселенная. То есть в нем есть тоже 7 чакр, это 7 континентов. Да? И все тело, оно распределено по траектории вдох-выдох. Да, там есть позвоночный столб, этот Мерудандха, это который, вот эта гора, которая описывается, что она есть, ее где-то там даже видит через сквозь спутники, да, там, а по факту ее нету. То есть это, и вот человек, он состоит по образу Вселенной, то есть маленькая Вселенная, которая тоже настолько гармонична, да, здесь все так работает, что по каким-то тоже законам, да, по которым мы не всегда знаем, но как-то не изучая, да, этот. Но все работает мистическим образом. Например, один из вариантов – это то, что тело самовосстанавливается. Оно самовосстанавливается, только надо создать условия для того, чтобы оно восстанавливалось. То есть оно что-то стукнется, да, там раз, зажило. Мы даже не можем там помогать что-то чуть-чуть, но в целом все само заживляется. То же самое там все. Мы хотим там что-то поменять, да, там, бороздим пространство и думаем, что мы там что-то меняем. На самом деле мы ничего там не можем поменять. Все так гармонично там, что там не надо ничего менять. Но мы хотим опустить туда самолет, еще какой-нибудь девайс, который все будет там поменять. На самом деле такого не будет.
Поэтому и происходят эти все цунами. Почему происходит цунами? И все еще жалуются, что цунами унес там миллион людей. Да? А кто сказал, что надо строить вот в этом месте там город? Если мы будем изучать, да, то мы узнаем, что это место, оно под воздействием находится каких-то кратеров, там еще чего-то. Да? Голландия построена всякими. И их все равно строят. Там детские дома, да, поликлиники. И потом все это сносят. И мы жалуемся, что такая природа, да, там все плохо. На самом деле так, здесь все так гармонично. Просто мы не изучаем это. Да? И получаем в голову, по голове. На практике это все очень хорошо проявляется. Если мы возвращаемся, да, к практике, то если мы не изучаем, как правильно двигаться, как правильно дышать, то мы можем получить травмы. Это естественно. Поэтому это надо все изучать потихонечку. Как это работает. Как возвращает, да, как природа нам может помогать. И как мы можем гармонично в ней развиваться. Если мы наладим эту связь, а в целом это и есть йога. Йога. Йога – это связь между природой и я. Вот и все. И налаживая эту связь, мы начинаем чувствовать. Мы можем действительно и ходить и голышом, и босиком. Просто вопрос в чем, а какие цели у человека. То есть если у человека, вот как Лев сказал, там, есть там задача подняться, да, там раздетым, еще как-то там находиться долго. Он может это сделать? Почему нет? Задача есть, все, есть цель, все, поехал. Вижу цель, вижу приказ. Да, вот у Патанджали йоги сутра, там есть такая сутра, что если йог видит цель, если у него есть цель, то считай, что он ее достиг. То есть, а вот она и пошел. Потому что есть... А цель же может меняться, естественно, в процессе пути? Конечно. У тебя сегодня одно, а завтра другое. Ты можешь сказать, сегодня цель есть, да, а потом раз думаешь, ну, типа, сложная цель. Кто будет ждать? Кот пошел. Кто тебя будет ждать? Люди будет ждать. Люди не страшно. Идти надо, идти. Куда ты пошел? Так, подожди, куда ты пошел? Душ. Еще раз разговариваем. С вашим душем. Еще не 5 минут подождет. Вот, в итоге, что я хотел сказать? Что налаживая. Налаживаем контакт со Вселенной. Контакт с. Я сбился. О чем я говорил? О цели. Да, то есть цель есть. Да, цель есть, хорошо. А потом ты ее не достиг чуть-чуть, да? И подумал, думаешь, ну типа, ну ладно. Нет. Ну так все делают. Как? Ты, например, поставил себе цель заработать 1 000 000 рублей за год. И потом не достиг ее. Ну ладно, в следующем году достиг. Знаешь? Да. Вот. Это что значит? Это значит, что у тебя нет заказа со стороны. Понимаешь? Нету со стороны заказа. То есть ты сам можешь сказать, окей, сегодня нормально. Но когда есть человек, если мы берем йогу, то есть не уходим в сторону, а именно йогу, то есть учитель, гуру, который тебе дает этот заказ. Да. И когда гуру, кто-то со стороны дает тебе заказ, тогда ты уже не можешь сказать. Типа, нет, давай там. Не, ну, ощущение, вот, к примеру, ты уехал, Оля твоя появилась, уже нет того, как бы, не знаю, ответственности какой-то нет. Меньше получается. Ну, почему? А вот тебе, пожалуйста, результат. То есть к тому, я говорю, что есть человек, я к чему возвращаюсь, просто к этой концепции, что когда есть кто-то, кто задает заказ, да, тогда ты уже не можешь сказать, что, типа, в следующем году. Понимаешь? Потому что он стоит и говорит. Да. Давай. Да. Это концепция, не имеет значения. Просто ты, ну, можешь, я к тому, что
когда есть заказ, вот возьмем семью, да, там семья как бы требует что-то. То есть, когда один скажешь, ну, нормально, сегодня-завтра так, ну, не получилось. Ну, есть, конечно, какие-то задачки, да, там, но они не решаются, ну, окей, завтра сделаем, чего орать, все нормально, живем, деньги есть, все классно. Но когда семья требует, она говорит, что мы не можем так, ты уже раз, есть заказ, ты уже не можешь просто пройти через эту вещь, потому что есть заказ со стороны, ты не сам, уже кто-то есть, кто хочет что-то, чтобы ты сделал. И не то, не просто хочет, а уже требует. Понимаешь? Чтобы было понятнее. Понятно, да? Вот. Поэтому я и говорю, в чем разница. Это с одной стороны хорошо, когда требует. Конечно. Это быстрее. Нет, вопрос в чем? Что если человек готов, потому что люди же не привыкли вообще иметь кого-то над собой. Требует. Да. Они могут сами там быть какими-то начальниками, и они сами там все требуют. Но вопрос в чем? Что если он не может встать на позицию ученика, то он эти вещи сам, как ученик, не проработал, понимаешь? Потому что он все время требует от кого-то что-то, а сам вот эту внутреннюю позицию он не проработал. Значит, у него нет качеств на самого ведущего, понимаешь? На лидера, так сказать. Потому что он сам эти вещи не проработал. Да, ему могли там дать как-то должность, если берем, да, там, директора еще какого-то. Ну просто вот там за деньги, понятно, еще как-то. Прошу, да. Путь перескочил. Да. Нет качества. Перескочил, чтобы он спил, правильно. Поэтому, опять, возвращаясь к начатому разговору, если мы практикуем йогу, то вот, пожалуйста, реализация. Вот очень хорошая реализация у два, я считаю. Прям реально йогическая. То есть вот оно. И оно так и должно. Это и есть человек проработал что-то. То есть когда вы просто сухо фигачите, пошел, поел, ушел, да, то эта практика, она как бы, она хороша, конечно, да, но если мы берем действительно о каком-то таком переживании, вот о чем в принципе йога и вся есть, понимаете, о чем изначально йога, то тогда вы должны каждый день вот такие инсайты переживать, понимаете, тогда вы действительно, это и есть эволюция сознания, то есть вы с одной точки передвинулись, вы уже не можете по-другому, потому что у вас такое там произошло, что вы уже перешли на другой уровень, какой-то мини-мини понимание, понимаете. И это об этом и йога и есть. А не просто ву-ву-ву-ву. Да, конечно, это начало, это все хорошо, мы прорабатываем миллион мышц, сухожилий, мы прорабатываем там физическое тело, мы прорабатываем эмоциональное и психическое тело. Все это имеет место быть, но вот это уже next level. Когда есть инсайт, который меняет человека, сводит с его вот этих вот ограничений, которые были раньше, да, то есть он начинает чувствовать, что у него потенциал его, так сказать, действий может быть больше, потому что он просто снял какие-то ограничения из себя, понимаете, о чем я говорю? И вот это уже, ну, это реальная работа, вот она, йога, вот как работает йога, вот, пожалуйста, аплодисменты. Ну вот, пожалуйста, то есть я думаю, что это был реально хороший урок. То есть я горжусь, что это происходит. Это реально йога. Как, вот она, действительно, как она должна быть. И это должно быть каждый день. Если вы у вас заказ, и у тебя тоже было. У меня каждое утро, я выхожу с подъезда, я делаю вдох, и слышу, как птички поют. Я каждое утро замечаю, тишина, солнце светит, нет никого, и птички. И вообще ощущение, что это мой вообще город, для меня все. Стоянки там 3 минуты. Сегодня опять пошел мусор выкинул, вдоль леса, тишина и птицы. Ну это тоже есть, да, вообще. Это тоже прекрасно. Потому что таких инсайтов человек мало испытывает. Это надо. Вот этой тишины, да. И вот этого солнца, оно. Тишина как заряжает. Ну ты мне рассказывал, что у тебя тоже были инсайты. То есть какой-то был заказ, то есть какие-то пришла информация, да, которая не проработанная. И в течение практики вот она открылась. Неоднократно. Вот, и об этом речь. Ну, вначале задаешь вопрос, задаешь, да. Нельзя просто, да. Ставишь какой-то, и в конце есть ответ.
Вот. И это есть работа конкретно. Ну и уже не раз такое было. Это просто я даже уже так делаю неоднократно. Я на самом деле говорю вам просто, к чему вы должны идти. Потому что чтобы таких вещей реально ну, уже работать с ними, да, вам придется много-много-много-много лет жизни, лет в этой жизни проработать, чтобы... Почему это прорабатывается даже через глубокое дыхание? Чтобы начать глубоко дышать, вам надо сначала проработать чуть-чуть физическое тело, потому что мышцы, они не дают дышать, они все стягивают. Здесь тянуто, почему столько много наклонов? Наклоняетесь, чтобы открыть в итоге диафрагму. Когда начинаете уже запускать работу с дыханием, тогда уже инсайты более реальные и доступны, потому что через дыхание все как раз реализации происходят. Вот. Вы можете работать с разными вещами, просто надо понимать, что можно еще получить, понимаете, на каких-то уровнях дальнейших, что вы можете реально получить, и оно реально, это не какая-то заоблачная фантазия, мистика, вот оно происходит периодически, конечно. Хотелось бы, конечно, каждый день, но иногда и все, и ты уже не можешь, это и есть эволюция сознания, все. Ты уже сместился с планки старой, ты не можешь так, потому что знаешь, что есть что-то еще выше, а другой человек, он ему вообще в этой жизни не светит. Он никогда такие вещи не почувствует, то не практикует. Это нереально. Откуда? Ему только если по голове лопатой дадут, он там начнет умирать, и у него инсайт открывается. Может ну, быть. Только так. Может быть. Когда они умирают, да, там люди, у них инсайты. Почему? Потому что у них сердце останавливается, дыхание замирает, а это в целом и есть йога. А мы это делаем естественным образом сами и каждый день получаем много реализации. Ну, примерно так. Тебе спасибо. Да вам спасибо, всем спасибо. Что вы тут в зале собрались? Алло. Нам есть удача. Да, большая.